вечер. В прямом эфире 7 канала программа «Живые мысли». Я Сергей Ким. В новом сезоне мы приглашаем в студию двух гостей. И по обсуждаемой теме мы стараемся, чтобы у них расходились мнения. Ну, по крайней мере, в какой-то части. Поэтому разговор, я надеюсь, будет интересный. Обсуждать мы будем достаточно на скандальную или, по крайней мере, широко обсуждаемую в Красноярске тему. Это тема предложения на части территории острова Татышев расположить поля для игры в гольф. Итак, эту тему мы обсуждаем сегодня с двумя депутатами городского совета. Это Александр Глесков. Александр Александрович, я рад вас приветствовать. Добрый вечер. И Александр Карапачинский. Александр Игоревич, добрый вечер и вам. Добрый вечер, Сергей Николаевич. Ну, собственно говоря, они люди известные в Красноярске, но по традиции нашей программы мы их все-таки еще раз представим. Александр Игоревич Карапачинский родился 29 июля 1956 года. Закончил Московский лесотехнический институт по специальности инженер-системотехник. Один из застройщиков города Красноярска. Сейчас депутат Красноярского городского совета. Считает, что гольф имеет право прописаться на острове Татышевом. Александр Александрович Глесков родился 17 декабря 1972 года. Выпускник юридического факультета Красноярского государственного университета. Долгое время занимался общественной деятельностью. Сейчас депутат Красноярского городского совета. Выступает против строительства гольф-клуба на острове Татышевом. Вот как вас жестко так позиционировали наши редакторы. Александр Александрович, а вам приходилось когда-нибудь самому играть в гольф? Нет. Даже клюшку не держали? Не держал клюшку. И даже мини не занимались? И даже желания не возникало. И не планирую начинать играть в гольф. Понятно. А Александр Игоревич? Знаете, как только началась вот вся эта шумиха, как вы справедливо назвали, скандальная история вокруг строительства гольф-поля, первое, что я сделал, я поехал на Кузнецовское плато, в гольф-клуб «Орлиные поля», по-моему, «Орлиные холмы», и первый раз взял в руки клюшку и попробовал, что же это такое. Потому что я привык все-таки спорить и дискутировать на предмет, который я знаю, который я пощупал. В данной ситуации эта возможность, к счастью, была. Угу. То есть теперь у вас уже есть понимание того, как играют в гольф. Безусловно, именно после этого сформировалось мое мнение. Уважаемые красноярцы, я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и у вас есть возможность проголосовать за один из вариантов прямо в прямом эфире. Сейчас это лучше сделать вам посредством СМС. Мы спрашиваем вам, как вы думаете, нужен ли гольф-клуб на острове Татыш? Если вы наберете номер 9020, контрольное слово, кодовое слово ЖМ, и выберете цифру 1, то вы выскажитесь «да», если цифру 2, то «нет», и если мне все равно, то, значит, соответственно, цифра 3. Итоги голосования мы подведем в конце передачи и приплюсуем туда еще мнение с сайта. Это голосование мы ведем уже фактически с начала недели. Ну, а теперь, собственно говоря, о ситуации, что об этом узнал наш редактор. Слово Юлии Лебедевой. В этой части, по цифре 13, предусмотрено больше поля. Мини, не мини, вопрос другой. Но если говорить вот об этой территории, о чем доклад Алексей Дмитриевич, он как раз говорит об уникальности этой территории. Пожалуй, столько внимания гольфу в Красноярске никто и никогда не уделял. Еще пару месяцев назад большинство горожан даже не подозревало, что он у нас вообще есть. Не говоря о том, что наши спортсмены-гольфисты занимают призовые места по стране и к летней Олимпиаде 2020 готовятся. 8 лет клюшечных дел мастера тренировались в прямом смысле на выселках и внезапно попросили 50 гектаров земли в центре Красноярска на острове Татышевом, чем моментально спровоцировали скандал. Как это, почему место общего пользования будут отдаваться под гольф? Ну, сами понимаем, что мы не можем запретить строить, потому что гольф, он есть на острове Татышев. То есть он учрежден в плане межевания. Проблема в том, что это земля общего пользования. То есть каждый житель может прийти на это место, вот именно на это место, потому что здесь есть, посмотрите, водоемы, что справа, что слева. То есть люди здесь летом отдыхают, укупаются, которые, может быть, не могут уехать за границу. Пикеты, сборы подписей против, специально созданная рабочая комиссия. Депутаты горсовета и архитекторы активно взялись защищать беговые дорожки и сусликов. Противники гольф-поля сразу заявили, этот спорт красноярцам чужд. На острове появится шлагбаум, забор,
Гольфспорт, и любимые всеми луга будут беспощадно скошены. Гольфспорт для элиты, а не для масс. Никто не приехал сюда. Да приедьте, я вам все расскажу, покажу. И как это все? Найдите хоть один забор. У нас здесь больше сотни гектаров, они не огорожены. Гольфисты долго отмалчивались, но сегодня говорят, приезжайте к нам на Орлиные холмы на Кузнецовском плато. Здесь сейчас тренируется 120 детей бесплатно. Клюшки и занятия за счет федерации. Всего за сезон прошло больше 3500 ребятишек. Но из-за невозможности добраться, не имея личного авто, почти все отсеялись. И это одна из причин, почему гольфисты хотят сделать доступные поля. Что такое концепция в нашем понимании гольф-поля на острове Татышев? Это открытое публичное поле. Что такое публичное поле? Это поле, на котором приходит любой человек и занимается. Наше поле, которое мы хотим построить на острове Татышев, оно ориентировано на рядовых граждан и в первую очередь на детей. Для детей должны быть занятия бесплатные. Горожане же просто боятся, что эту территорию приватизируют, а затем застроят. Тем временем парк флоры и фауны Руев ручей обратился в мэрию с предложением создать на острове Татышев маленькую ферму и контактный зоопарк. Акреофилы уже строят себе там баню. Юлия Лебедева, Павел Иваницкий, программа «Живые мысли». Позвольте, на один шаг отступлю от, собственно говоря, гольф-полей, гольф-клуба и вот этого разговора. А в интернете нашел мнение, Михаил Спасов пишет. «Мне нравился ранишный остров, заросший, заброшенный, там было зашибись». Я извиняюсь за эмоциональное слово, но это цитата. А вот, Сан Саныч, а вам вообще, вас устраивает вот нынешняя ситуация с тем, что происходит вот на тех площадях, о которых мы будем говорить? Там, как, что там будет возможно? Вас это устраивает? Вам нравится это? Частично устраивает, потому что я вижу, что развитие острова идет. По сравнению вот с тем, что описал, да, человек, на которого вы сослались, то, что было 10 лет назад. Я не знаю его. Все меняется, да. Вот сейчас у нас по статистике до 30 тысяч человек в такие выходные дни посещают остров. Это означает, что... людям в целом ситуация нравится. Но другое дело, что хотелось бы, чтобы остров совершенствовался, чтобы мы передовой опыт мировых парков копировали. И в этом плане, конечно, то, что сейчас там, меня не устраивает. Отлично. Все-таки вот то, что там гольф, не гольф, там зверинец, контактный, неконтактный и так далее. Ну, в общем, нынешняя ситуация, ну, я разделяю вашу точку зрения, что там надо что-то делать, и там предела совершенства нет, и, да и просто ситуация не устраивает. Ваше мнение, Александр Игоревич? Ну, меня, я как всегда буду категоричен, это мой стиль, меня категорически не устраивает то, что происходит на острове Татышев, точнее, как он развивается. Я все-таки сторонник отдыха в определенных условиях, когда вокруг ухоженная территория, когда вокруг есть какие-то сервисы. Потому что культура отдыха – это составная часть вообще культуры образования человека, которая, к сожалению, за последние годы, мы это признаем, была утрачена. И сегодня, понимаете, вот такое хаотическое развитие без стратегии, без понимания набора функций для отдыха, оно создает анархию. Поэтому сегодня мне непонятно вообще, как развивается остров Татышев. В то же время Красноярск – это уникальный город, где есть вот такая территория в центре города. И она доступна для всех районов города. Поэтому я считаю, что немедленно надо создавать концепцию, надо составить набор всех сервисов, которые необходимы и будут востребованы. После этого просто сделать баланс территории. Я, как застройщик, прекрасно понимаю площадь острова Татышева, понимаю площадь гольф-полей, которые необходимо отвести, понимаю, сколько будут занимать пункты велопроката, лодочные станции, еще какие-то сервисы. Я вас уверяю, что как минимум мы даже половину острова Татышева не освоим. Поэтому я за цивилизованный отдых в обустроенном месте. И при наличии 50 гектар занятых гольф-полями. Значит, это, как говорит, войдет, это, все эти сервисы войдут на территорию острова Татышева, которую мы сегодня имеем. Это ничему не противоречит, это не накладывает на ограничения на развитие других видов активного отдыха, пассивного отдыха. И если даже вокруг предложения создать небольшой уголок, контактный зоопарк, так это называют, идут разговоры о том, что там будет построена баня, ну извините, мне кажется, это все-таки некая пропаганда, которая не знаю, для чего направлена. Я не буду сейчас... Баня в составе какого объекта? Я так понял, что в составе контактного зоопарка. Контактного зоопарка?
Я, к сожалению, не готовился по контактному. А вот что, по-вашему, должно быть, собственно говоря, вот в составе вот этого комплекса? Его называют гольф-клубом, но основная часть, конечно, гольф-поле. Да? Итак, 50 гектаров гольф-поле. Что еще? Насколько я понимаю, так же, как это оборудовано на Орлиных холмах, несколько домиков для переодевания спортсменов. Домики деревянные, и это не противоречит концепции временных сооружений, которые мы рассматривали на комиссии в городском совете. Наверное, это все-таки какое-то, так сказать, помещение для проката инвентаря. Техническое, возможно, помещение. Не знаю, что это генератор для... Ну что, речь идет о сотках. 10, 15, 20. Для вспомогательных объектов? Да. Ну, уже не гектаров, а сотки. Я думаю, это меньше гектара территории необходимо. Спасибо большое. Это мнение за, мнение против. Александр Александрович. Ну, давайте так. Я исхожу из того, что... Вот я не согласен с Александром Игоревичем, что мы не знаем, куда развивается остров Татыш. 3 года назад принят проект планировки. Разрабатывал его наш ведущий институт «Гражданпроект», который разрабатывает проекты планировки практически всех новых микрорайонов в городе. Там все вот подробно расписано на этом проекте планировки, где какие объекты, в том числе и вот эта часть, где предполагается, да, заполучить место под гольф-поле, расписано. Там есть общественный пляж, который сейчас фактически является общественным пляжем, там, да, вот он. Вот на этих водохранилищах или да, вот, внутри, вот, там, водоем, на водоем, озерах, вот озерах, здесь да. Люди вообще фактически загорают. Да, здесь есть детский городок, там детский уголок с бассейном. Здесь есть этническая деревня, велодорожки, беговые дорожки. То есть этот участок, он распланирован, исходя вот именно из профессионального понимания, как должен проектироваться парк, да, современный парк. Вот, поэтому все у нас как бы понятно. Другое дело, с какой скоростью мы все это можем реализовать. Скажите, пожалуйста, вот 3 года прошло. А есть ли какая-то программа, есть ли какие-то средства запрошенные, выделенные? Есть ли там хотя бы какие-то объекты из тех? И насколько вы, вот как депутат законодательного собрания, еще и заместитель председателя городского совета, насколько вы верите, что в сложившихся экономических условиях у нас найдутся деньги на обустройство по этому плану? Вот смотрите, денег на то, чтобы все это реализовать, точно в бюджете нет, это я уверен на 500%. Потому что мы вкладываем там десятки миллионов каждый год в содержание дирекции спортивно-массовых мероприятий, которые этот проект реализует, в обустройство острова. Но понятно, что надо привлекать бизнес. Но вопрос, на каких условиях? Вот я член наблюдательного совета вот этой дирекции, которая занимается островом. Я им говорю уже год, что... Должен быть прозрачный порядок, на основании которого какой-то вид бизнеса может на Татышев зайти. Вот кто-то хочет торговать мороженым, пожалуйста, открытый аукцион, жесткие условия, как должны выглядеть эти тележки, где они могут ездить, проводим, и тот, запускаем. И тот, то предложение, вот то, что мы сейчас обсуждаем, и новое предложение, они все носят характер вот еще таких предложений. Что вы считаете, город потеряет, да, горожане потеряют, если там будут гольф-поля? Ну вот смотрите. Если мы говорим о том, что 30 тысяч человек сегодня посещает остров, да, будем его развивать, будет 50 тысяч. Ну, нет, на самом деле, подожди секундочку, Александр Александрович. Пока они вот на той территории, где у нас пляж, где там еще что-то будет, они туда не ходят, потому как что ходят? Там еще... Ну, на пляж-то уже ходят. Там летом придите, там люди сидят, загорают. Но он не оборудован, и насколько я ну, знаю, да, что он, по сути, он купаться дикий, на нем запрещено. Дикий, да, но вопрос же в другом, в том, что... Сколько будет человек играть понятно в гольф-клубе? 100 понятно человек, судя вот тем пояснительным запискам, которые я видел, которые в администрацию представлены. 30 тысяч или 50 тысяч человек в день и 100 человек. И мы одну практически, ну, наверное, 1/8 часть территории, которую можем потратить на строительство каких-то объектов, мы отдаем 100 человеком. Ну, абсолютно несопоставимые цифры. Если бы 10 тысяч человек могли здесь чем-то понятно заниматься, понятно, тогда об этом серьезно, значит, можно говорить. Я думаю, что Александр Игоревич это услышал. Если у него возражение, его узнаем после того, как с телезрителем побеседуем. Добрый вечер. Как к вам обращаться? Здравствуйте. Меня можно назвать Екатерина. Да, очень приятно, Екатерина. Вы знаете, я бы хотела сказать, что гольф, может быть, это такая монотонная игра на длительный результат. И если вот, когда я приду туда с ребенком,
Вот я такого усидчивого результата от ребенка-то не получу. Ему будет неинтересно очень быстро. Может быть, все-таки это такой очень тонкий вид спорта. И не совсем-то он многим нравится. Может быть, где-то в другом месте это все организовать. Вот, вот как-то так. Потому что хочется прийти на остров и активно как-то отдыхать. Да, ну у нас есть человек, который за гольф, поэтому пусть он отвечает, Александр Игоревич. Спасибо, Сергей Николаевич. Ну, я хочу начать с того, что, к сожалению, вот все, что сейчас разворачивается вокруг предложения построить гольф-поле на острове Татышево, базируется на незнании, что же это за вид спорта. И, к сожалению, очень умело пользуются тем, что красноярцы не знакомы с этим видом спорта. Я сегодня залез в наш великий интернет и посмотрел несколько порталов. Вот ради интереса сразу несколько цифр. Значит, в рейтинге популярности видов спорта гольф стоит на 8-м месте сразу после хоккея и до регби, и до волейбола. Это вот так для сведения. Второе. Гольф включен в программу летних Олимпийских игр. Это уже о чем-то говорит. Потому что для того, чтобы спорт был Олимпийским комитетом включен в программу, нужно две составляющих – массовость и популярность. Третье. На сегодняшний день, в настоящее время в мире насчитывается более 35 тысяч гольф-полей. Теперь по поводу все-таки усидчивый ребенок, будет он играть или не будет играть, понимаете? Я считаю, что остров Татышево – это место, где мы должны предоставить возможность активного отдыха всем категориям, всем психотипам, если хотите, всем людям. И последнее. Если вы включите один из каналов Евроспорта, последние годы достаточно часто транслируются, так сказать, соревнования по гольфу. Вы обратите внимание, что... Да, играет порядка 60-70 человек вот в конкретном соревновании, но многие тысячи людей по специально оборудованным дорожкам, на специально размещенных трибунах за этим наблюдают. Потому что есть три вещи, понятно, я хочу напомнить, которые можно делать до бесконечности. Смотреть на огонь, на воду и как другой человек работает. Вот понимаете, я могу просто ходить по дорожкам, а могу еще смотреть, как люди играют в гольф. Катя, но я думаю, что те люди, которые занимаются реально этим видом спорта, не согласятся с вами, что он является монотонным. Екатерина Петровна, я правильно... услышал, да, Екатерина Петровна? Правильно? Ваше мнение, пожалуйста. Ну, мое мнение такое. У нас чиновники имеют особняки огромные. У них огромные площади гектаров своих, частных. Вот пусть они там свои гольф-клубы устраивают. А нам народу, и не улыбайтесь, товарищ Кропачинский, нам народу есть нечего, а вы гольф-клубы устраиваете. Мне тоже есть чего сказать, но, да, Александр Игоревич, вам отвечать на вопрос. Если это вопрос, то еще несколько цифр тогда. Я сегодня поднял и посмотрел краевой бюджет в части финансирования программ мастеров, которые сегодня у нас в Красноярске существуют и на... скажем, игры, которых мы ходим. Значит, это команда регбийная Енисей СТМ, это команда футбольная, это команда баскетбольная, волейбольная. Так вот, всего в краевом бюджете заложено на 2014 год 997 миллионов рублей. Задумайтесь, почти миллиард рублей. При этом посещаемость за весь сезон футбольные игры посетили 35 тысяч человек. Как вы думаете, мы можем сегодня себе позволить тратить миллиард рублей на 5 команд мастеров со средним посещением годовым в 35 тысяч человек? Строго говоря, это все-таки не ответ Екатерине Петровне. И это мы почему-то воспринимаем как данность нормальную. Екатерина Петровна, ну вот наш корреспондент, и я вам просто рассказываю, что те, кто сейчас занимается на Орлиных холмах, они далеко не миллионеры, хотя там есть люди обеспеченные. А там есть бесплатные занятия для ребятишек. А в основном вот и там по программе мастеров, и кто хорошо, они вообще студенты, на самом деле. Мы сейчас прервемся на рекламу, чтобы после рекламы и принятия ваши звонки и выслушать другие мнения. Ну и будем уточнять уже детали по поводу забора, по поводу того, можно ходить, нельзя ходить. Будем разбираться уже с деталями. Реклама на 7-м канале. Сайт «Строительство плюс ремонт». Все о строительстве и ремонте обновляется ежедневно.
и дело. Сказал, или я, или ферросплавный завод. И никаких компромиссов. Я за такую позицию, а значит, за Толоконского. Виктор Толоконский. Любить край, служить людям. Есть мячом с клюшками, кто за гольф? Продолжайте, вы, правда, уже в эфире. Тема настолько острая, что во время нашего перерыва мы здесь с участниками продолжали разговаривать. Мы обсуждаем сейчас предложение построить гольф-поля на острове Татышеве. Ну, некоторая, так сказать, справочка. Общая площадь нашего острова порядка 600 гектар. Из них, вот где можно вести хозяйственную деятельность, где там ее не заливает, ничего, где-то по разным оценкам от 300 до 400 гектар. Для этого нужно 50 гектар. И в добавление к тому, что мы уже говорили, гольф-поля по этому плану, который был разработан, значит, Красноярск граждан проектом, есть, но они в другом месте. Сейчас их перевернули. Давайте вот точно еще. Одна из, так сказать, версий о том, что если построят гольф-поля, то туда никто не сможет попасть. Ну вот человек, который занимается этим, Валерий Чебин, президент клуба, говорит, что это не так, что это... Одна из версий противников, что это будет там невозможно ходить. Александр Александрович, вы разделяете эту точку зрения? Давайте подробности. Так. Вот те документы, которые были занесены инициаторами проекта в администрацию города Красноярска. Вот что тут написано. Здесь написано, что участок должен быть целостным, его не должна пересекать общественная дорога или какие-либо коммуникации, мешающие игре или влияющие на безопасность игроков. Дальше берем карту предполагаемую, да? На карте. И показываю нашим зрителям. Значит, что мы видим? Здесь есть контрольно-пропускной пункт. Ну, я все-таки думаю, что КПП – это контрольно-пропускной пункт. Хотя есть версия, что это карта пеших прогулок. Да, который пересекает... Пеших маршрутов. Пересекает, я вот он, единственное место пересекает, которое позволяет попасть на эту территорию, потому что дальше вот здесь естественная водная граница, вот они, эти водоемы. И, соответственно, вся эта территория, она частично огорожена естественными препятствиями, частично закрыта КПП. Поэтому... Ну, КПП, давайте точно, Сан Саныч, потому что люди же деталей не видят, это всего лишь вот такая вот малюсенькая часть. Насколько я понимаю, вот, я вижу, вот эта длина моста, да, вот это, даже здесь нет длины моста. Я не знаю, сколько мост у нас там. Метров 800-900, сколько у нас длина лантового моста? Вот эта вот территория меньше, чем территория самого этого лантового моста. Я думаю, совсем что, маленькая. Что никто туда попасть не сможет. Что касается доступности для наших жителей. Ну вот опять же, из пояснительной записки, выходные дни 5000 рублей за раунд, будние дни 4000 рублей за раунд. Согласитесь, суммы такие серьезные. Хорошо. О суммах обязательно поговорим. Валерий Георгиевич, дождались вы? Вы уже в эфире. Спасибо. Что я хочу сказать? Из простого народа там играть никто не будет. Цены неподъемные. Вот посмотрите на остров наш посадный. Теннисные корты. Сейчас там 12 теннисных кортов, час игры на кортах 300 рублей в час. В течение дня корты пустые. Там немного. Заняты. Ребятишки приходят, ребятишки бы рады играть. Их также будут пускать туда, на эти в гольф-клуб. Пожалуйста, приходи. Но ты не клюшку для гольфа не купишь, потому что цены на клюшки для гольфа от 1000 и больше, это в лучшем случае. Там цены на клюшки доходят до 8-7 тысяч, по 300, по 400 профессиональные, долларов. Профессиональные, их еще нужно покупать? Иметь 14 штук. Карапачинские, да? И другие будут только брать. Валерий Георгиевич, ваше мнение ясно. Съездили, посмотрели, кто там занимается. Все супербогатые. Вам, конечно, отвечать на это. Валерий Георгиевич говорит, это неподъемный Сергей для Николаевич, простых знаете, людей вид спорта. У меня нет аргументов против информации абсолютно недостоверной. Я не привык спорить в такой ситуации. Вот я надеюсь, что у вас есть сюжет,
который вы покажете. Значит, исходя из моего опыта трехкратного посещения клуба, значит, стоимость безлимитной игры, а это может продолжаться и 3-4 часа, стоит 1000 рублей вместе с арендой клюшки. Да, наверное, клюшки стоят и 7-8 тысяч рублей профессиональные. Но у меня сын 10 лет занимался горными лыжами. Так вот, одна пара профессиональных лыж стоит тоже порядка 10 тысяч рублей, а спортсмену продвинутому их нужно 5 пар. Вот и посчитайте. Если вы едете в Бобровый Лог, то на 10 подъемов абонемент стоит, я сейчас не помню, 800, 900 или около 1000 рублей. То есть все сопоставимо. Поэтому откуда утверждение, что это спорт богатых? Если мы говорим, что это по рейтингу 8 по популярности вид спорта в мире и занимается огромное количество людей, почему это спорт для богатых? Кто приклеил этот ярлык? Значит, наверное, кому-то это нужно. Я... Одну секундочку. Но почему обязательно вот мы начинаем разговаривать, что вот кто-то там, вот я слышал уже там, проплатил, кому нужно, кстати, проплатил, против. У нас вот просто есть ситуация, в которой мы пробуем разобраться. Без всяких, так сказать, проплаченных. Мне никто не заплатил за сегодняшнюю передачу. Александр Игоревич, он же сказал, заказали гольф-клуб. Кто-то... Да, вы, кстати, вам принадлежит мнение, которое вы высказали на рабочей комиссии, что кто-то заказал компанию против гольфистов и против этого предложения. Вы кого имели в виду? А вы знаете, вот последние дни в интернете обсуждается, точнее, это уже почти скандал по поводу фразы Путина о том, что я за 2 недели могу взять Киев. Фраза выдернута из контекста. Вот то же самое относительно моей фразы. А в контексте я сказал следующее, что у меня возникает иногда такое ощущение, что этот процесс заказной. Поэтому давайте будем уже тогда точнее. А, Александр Александрович, если вы так спрашивали, у вас есть какие-то тоже версии, что кто-то заказывает, кто-то, наоборот, из супервысокопоставленных людей там, в краевой власти толкает городскую власть на то, чтобы принять незаконное решение? Ну, насколько я знаю, вот... Чиновники городской администрации, они находятся под давлением. Как бы вот кто за этим всем стоит, я они честно, вам об этом сказали. Честно говоря, ну, нет, Сан Саныч, они знаете, вам об этом сказали. Не буду фамилии называть, там и указывать. Но сказали источник, вам лично. Но вот у меня такая информация есть. Кто стоит за этой компанией в пользу гольф-поля? Ну, это явно не товарищ Чебин, которого вот мы все видели. Он не производит впечатления человека, который может прийти там в департамент градостроительства, пнуть дверь и сказать, подавайте мне. Ну, на самом деле, стоит? Как я понимаю, Валерий Георгиевич, насколько я понимаю, Чебина, президента, на самом деле, вот он даже не очень хотел, даже он отказался участвовать в этой передаче, потому что он считает, что вот столько неправды вокруг него, что то, что он скажет, ну ему просто обидно. Свой любимый, демократичный, доступный, как он считает, вид спорта, вот от таких мнений, которые уже сформировали. СМИ сформировали, некоторые депутаты, там общественники какие-то, уже, так сказать, плакаты против. Люди не знают еще, сколько это будет стоить, где это будет расположено, какое будет закрыто и все. Но уже против. Так, итак, последнее... Ну, наша передача уже к концу. Как вы считаете, все-таки будет, не будет, или вы настоите на том, чтобы уже снять с повестки дня это предложение? Ну, я считаю, что остров Татышев должен развиваться по тому плану, который был утвержден, который прошел общественные слушания, куда пришли все желающие жители Красноярска. И я был на этом обсуждении, там был... И гольф-клуб должен быть за, ну, это за Октябрьским мостом, маленькое я так понимаю. Гольф-поле там, да. Не маленькое, такое же почти, да, 30 гектар, по-моему. Да. Я считаю, что вести диалог должны люди, которые разобрались в предмете, которые с ним познакомились, которые имеют представление о том, как развиваются те или иные проекты. И вот только тогда мы получим, будем говорить так, наверное, взвешенный, сбалансированный результат. А что касается Валерия Чебина, я все-таки в его защиту. Вы знаете, таких людей, он по-настоящему фанат и сумасшедший человек. Вот таких людей побольше бы Красноярску, и таких людей нужно поддерживать. Совершенно верно. У нас закончилось время в эфире. Нужен ли гольф-клуб на острове Татышев? Спрашивали мы наших телезрителей.
Ну, 60%, больше половины считает, что да. А вот наше голосование, я сразу скажу, не самое репрезентативное. Все-таки это свидетельствует о том, что есть в Красноярске люди, которые занимаются гольфом и его любят. Где-то 40% считают, что нет. Мне очень важно, что кому не все равно, только 1% позвонивших к нам, отправивших смски. Я заметил, что тот, кто начинает разбираться с этим вопросом, меняет свою категорическую позицию. Нет, ну, по крайней мере, на сомнение. Ваш покорный слуга относится к этой категории. Спасибо вам большое за участие. До февраля вы отложили этот разговор, насколько... Да, прошите, до декабря, да? Вместе с генпланом вы вернетесь к этому обсуждению в горсовете. Я правильно я говорю, Сан Саныч? Да. Да. А до этого времени этот вопрос будет решен и будет обсуждаться. А мы встретимся с вами ровно через неделю. Это была программа «Живые мысли». Спасибо вам за внимание.